смугла модель на пассажире черный Гелендваген, что я завел без ключа. Я могу захлебываться лином, но я никогда не стану что-то ей обещать. Я рву за моих пацанов, сука, в моей жизни не может это решать. Так что давай отнись, мне еще надо работать, Знаешь, я видел этих многих, но при встрече половина не может даже мычать. Знаешь, у нас как-то по-другому, если пойдет один, то пойдет все, никто не будет съезжать. Если я запал, эта сука, то лишь до того момента, как я смог ее понять. Рулим поздай вся кисть, видел бы ты вид из моего дома. У меня на все свои причины. Мои шрамы все неизлечимы. Смерть тем, кто предал, так меня учили. Это Макалон 24, но ничивость. Я называю это поиск, а не кризис. Я улетаю снова в Лондон, это бизнес. Ее рука моих в мире неприлично. Меня везет на Батте Росси, это призрак. Они хотели, чтоб я продал душу, но это невозможно. Ты видишь, как валит белый дым на все зависимости в прошлом. Мне не поменять никого, кроме себя. Но висят, что я прошел, нихуя было не зря. Смугла модель на пассажире черный Гелендваген, что я завел без ключа. Я могу захлебываться лином, но я никогда не стану что-то ей обещать. Я рву за моих пацанов, сука, в моей жизни не можешь что-то решать. Так что давай отнись, мне еще надо работать, Знаешь, я видел из многих, но при встрече половина не может даже мычать. Знаешь, у нас как-то по-другому, если пойдет этим, то пойду, и все, никто не будет съезжать. Если я запал на эту сука, то лишь до того момента, как я смог ее понять. Рулим поздай вся кисть, видел бы ты вид из моего дома. Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль. Только что вы услышали мой самый первый кавер на песню Фараона «Без ключа». До этого у меня на канале не было каверов на этого артиста, поэтому если понравился кавер, я очень старался сделать его интересным, ставьте лайк. Кстати, если хотите также играть на гитаре и петь прямо как я, то спускайтесь в описание под видео. Для вас оставил мои самоучители. Проходите их, исполняйте любимые песни и вжаривайте на гитаре как король просто. На экране прямо сейчас видите лучшие комментарии с прошлого кавера на моем канале, поэтому если под этим видео оставите что-то интересное, то попадете в следующий видос. Так что пишите, печатайте. От души хочу попросить вас, чтобы вы нажали на колокольчик возле кнопки подписаться и выбрали функцию получать все уведомления, а не те, которые там заблагорассудятся YouTube, потому что он не присылает все видео, которые у меня выходят на канале, а они выходят довольно часто. Ну что, как обещал, разыграю 3 моих видеокурса среди моих подписчиков канала Хижина Музыканта. Сейчас мы узнаем, кто среди этих ребят получит видеокурс. И первый курс получает Мария. Припев просто музыка для души. Раиль, как ты выглядишь уставшим? Все в порядке. Мария, поздравляю, напиши мне ВКонтакте. Второй победитель курса — Тулихан Жолдыбаев. Красава. И третий победитель у нас Биг Шеп Дэн Гатауллин. Всех поздравляю с победой, не отчаивайтесь, те, кто ничего не выиграл, потому что под этим видео у вас есть шанс принять участие в этом розыгрыше. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и оставляйте интересный комментарий.